Друзья, всем привет! Воскресенье! Есть работа, сейчас покажу. Кто там? Уточка? Давай подсажу. Уточка там, да? Кто там? Уточка? Вот у Миши уточка. Миша у нас вчера упал. Доброе утро. Доброе. Хозяюшка. Ты помощница. Нигде ничего не ударился? А как случилось? По песку? По песку. Да ну да, тут вообще. Короче, если ты заделал, я уже выровнял. Вон уже ключ вставляется, видел? Сейчас фару сделаю, вот здесь закреплю. А ну, включи зажигание. Ну, тебе чтобы свет горел? Все работает. Сейчас быстренько уроки сделаю и помогу. Не-не, уроки самое главное. Тут, в принципе, мне помогать особо ничего не нужно. Сам конструирую. Ну, что-то сделаю. Давай, чеши. Чтобы уроки были готовы. Понял? Хорошо. Давай.
Ну, только так. По-другому ничего я не сделаю. Фара полностью, крепления отлетели. Ну, проволока будет держать. Там рельефная сзади фара. Как раз проволока легла туда, куда нужно. И зажала фару намертво. Отсутствует кусочек. Можно было бы сделать, но да ладно. Вентиляция будет. Короче, вот так. Жалуется он еще, что плохо заводится. Подозрение у меня, что забитый фильтр. В общем, сейчас попробуем. Еще, наверное, придется разобрать, почистить фильтр. Пробую от стартера от этого. Ну, понял, да, от электрического. Вот его включи, давай. Все, глуши. В общем, свечи прокалил, но поставили все равно другую. Yeah. Что-то с этой свечкой не работает. Сейчас мама мне кофе позвала пить. Попью кофе и уже... Пирожки кушать, так что да? Пойдем, да? Ну, пойдем. Сделаем себе небольшой перерыв. Фильтр пока просохнет. И будем собирать. Ну, в общем, посмотрим. Сюда. Миха, ну где ты там? Емеля спит на печке. Чай подавай ему прямо в номера. Пирожочки ему, да? Домовенок Кузя. Сейчас ему подам. Не хочешь с нами посидеть? Нет. Я и так сам сижу. Частично. Балуешься? На. Это мы как будто в «Любовь и голуби», помнишь, этот самый подавал, доставка еды. Благодарю. Доставка еды. Ну ничего, как у нас говорят, баба с возу кобыле легче, да? Ну да. Приятного аппетита. Чайка? Да, давай почаюем. Приятного чаепития. Спасибо. Приятного аппетита. Смачного. Дякую. И всем, кто кушает, друзья, приятного аппетита. Все, сейчас чаек, пойду соберу уже Мишке скутер, пусть ездит. Ну, какой есть, такой есть, для села пойдет. Где пластик сейчас брать, да и вообще. Тут такие вчера намело, барханы намело, это просто капец. Тренируется парень, а что делать. Всем добра, здоровья и самое главное, мирного неба. Всех ценим, любим и уважаем. Ваши Журавлёвы.